Еще одна новость из Алматы. Там обнаружили крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Цех организовали на территории частного дома, и, по словам полицейских, изъятого оборудования могло бы хватить на создание нескольких лабораторий. При обыске обнаружили 4 20-литровые канистры с жидкостью темного цвета и специфическим запахом. Изъяли 2 полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом, электронные весы, насосы, различные колбы и множество других приспособлений. Судебная химия. Химическая экспертиза показала, вещество белого цвета содержит мефедрон, аналог психотропного вещества из списка наркотических средств, подлежащих контролю. Стражи порядка ведут досудебное расследование, мужчину взяли под стражу. Для чего использовал? Я ее не использую. Как вы используете? А кто использовал? Я... Кроме вас в этом доме кто-то находился, кроме вас и жены? А кто тогда использовал? Ну, видите оборудование. Я не знаю, кто использовал.